Сейчас мы будем слушать Jax 0214, Зая, послушаем Каракисек Уште, Ирина Кайратана, Аджаре Гуджура, что-то там. Улукмана, Пакаганат, у нас с тобой сейчас 4 трека. 4? Офигеть, вот это мы разогнались. Давай. Так. Задает сразу атмосферу. На приколе песня, да? Да. У Джакса альбом вышел, кстати. Ты ни разу его не слышала? Это прям, знаешь, такой-то европейский уровень какой-то. Мы же решили гудбай говорить. Да? Угу. Я вообще текст не слушаю, вайб только. Нет, я прям какие-то вот так вот ловлю. Не сотрудься. Вот и до. Вот этот момент мне больше всего нравится. Да. Четкий переход такой прям вообще. Как будто как какой-то Фаррелл Уильямс ему песню написал. Фотку подпишу свою. Да, что-то все время знаю. Ну, такая песенка, да? Ну, она родийная прям. Да. В тачке и родийная. Радио. Да, все понимаю. О, такой мягкий, видишь, переход диджейский. Их там двое или? Да. Джакс фит Нел. Мы не назвали имя Нелла, я всегда... зачастую не называю имена на фитах. Многие, наверное, артисты обижаются. Нел, что-то очень знакомое. Нел, знакомо, да. Угу. Со времен университета, кажется. Нел, это не который с Марсель группы, нет? Не знаю. Или того, как звали? С Элуаном, который был. Не знаю. Напишите в комментах, кто с Элуаном был в группе Марсель? Нел же? Кто такой Нел? Или как его звали? Да. Ладно. Ну, прикольные эмоции вы видели, как вот все. Я, мне нечего сказать. Джакс 0214. Я вот так угораю под него. Вот. В плейлисте, к сожалению, не гоняю. У меня там какой-нибудь есть сопроки. То же самое. Прикольно послушать, познакомиться. Угу. И, наверное, бывает настроение, когда типа все равно свой плейлист не надоедает. Бывает же такое? Не, ну да. И такой берешь и просто ставишь. Не напрягает песню вообще. Вообще не напрягает. Так, сейчас
Мы, наверное, Ирину Кайратовну, да, ставим на конец, правильно? Ну да, потому что я кусочек слышала, и кажется, там что-то прям прикольное. Что-то там, да, сейчас нас это порвет в конце. Давай, каракисек. Уж ты. Улетел? Уж ты. Улетел, кажется, если я... А я не ошибаюсь никак. Тандер какой-то будет, нет? И... Это прикольно. Гри-гри-гри. Тоже самобытный он. Такой странный тип. Ну под такой трек, мне кажется, дунуть надо и сидеть так, залипать. И тогда будешь понимать, что он говорит, да? Очень пытается. Но это... Я хочу понять. Я пытаюсь, и вот только начать. И тут... Гри-гри-гри такой, типа... Это... Манера исполнения прикольная. Ну это кайф, да, манера исполнения кайфовая, да. Это что такое? Переход музыкальный. Чётенький биток. И... Ну, это качает. Именно как музыкальная работа, если голос воспринимать как музыкальный инструмент. Угу. У него приятный голос. Я другую песню слышала. Угу. И прикольно прям. Угу. Чужие скриптониты напоминает. А вот это в моменте, где я люблю... Вообще в плане непонятности. Ты знаешь, манеры. Когда стараешься не говорить, а что-то такое... Как взяла из души, понимаешь? Ты послушала его альбом «Новый скриптонита»? Нет еще. Блин, я дослушал до половины. Я не стал на него делать реакции. 7 называется. Я послушал до половины... И он там на понятность текста вообще забил. Ну, это всегда с ним было. Вот тут прям всегда-всегда, это всегде-этим. Всегда-этим-всегда. Да, прям вообще, если раньше я понимал скрипа 70%, 30% не понимал, то сейчас я понимал 30%, 70% не понимал. Ему мне похер, кажется, что по-моему. Он ушел туда. Ну, типа вот, как это называется, острый, вот. Какие-то такие у него начали. Ну вот, а именно скриптонит альбом, не знаю, как вы оцениваете, но я оценил, он прикольный, да, типа это скрип, все дела, но он его сделал, типа я вот хочу таким сделать, все, мне поебать, будете вы это слушать, не будете, поймете, не поймете, я скриптонит. Все, вот мое мнение об альбоме. И то я его не до конца дослушал, но дослушаю, думаю. Пусты, заливайте дополна. Все хотят угар, так чтобы свело бока. Есть уверенность, завтра ведь чешется рука. Последний герой, тот богатый филантроп. Но он умер в кино, а для кого-то он живой. Искусственный звук, искусственная любовь. Искусственное лицо, разукрашенное хной. Вот и грянул.